Тебе, ну, А, все, я понял, в чем прикол. Ее нужно было типа на платформу юзнуть. Творишь-то? Сто двадцать девять тысяч здоровья. Я не понимаю, что тут дамагает, а что нет. Я стараюсь просто от всего уклоняться. Ну, вроде получается. Это я еще собирался терромеч юзать на ней. Но я понимаю, то, что тут, ну, такое себе. Тут ты просто не успеешь иначе. Нужно хилиться прям очень-очень много. За счет ножей. Надо еще штучки успевать ставить. Я ее успею убить, у меня... Ну, у меня 5 минут, да, я успею ее за 5 минут убить. Должен успевать, по идее. Дамажат только сами кометы, а то, что они за собой оставляют, нет. Окей. Ух ты. Это красиво, как минимум. Но я пока Heal Potion вообще ни разу не нажимал, если чё. Четыре минуты осталось у меня. Хоть как-то тучи поставлю, пусть продамагивают, я ее стараюсь так вроде низко держать. Чтоб гидра могла надамагивать. Ну, я пытаюсь дэмэдж из всего вытянуть, что только возможно. Это было больно. Пора хил поушен пить. Сердечко, сердечко, сердечко. Не знаю, чат, легкий, легкий босс. Легкий. Вообще легкая. Да уж. Че выпало, кстати? Демонический Starlight, Soaring Insignia, ну и, конечно же, Empress of Light Relic. Четко. Ух ты, ничего себе. Вот это скорость.